a season of restoration. Тридцать седьмая глава Иезекииля. «И была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, оживут ли кости сии? Оживет ли экономика Южной Африки, ваш брак, ваши финансы, ваш бизнес? Я говорил вам на прошлой неделе, что Бог откроет скалу, и из нее хлынет вода. Это означает, что все мертвое оживет. Бесплодное начнет приносить плоды. Во имя Иисуса Бог превратит вашу пустыню в плодородную почву, в прекрасный сад. Я знаю, что на балконах тоже много людей. Вы немного ближе к Богу, так что подпрыгните и воздайте Богу славу. Это не время спокойных служений. Это время великого пробуждения во имя Иисуса Христа. Скажи этим костям, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. А вот я введу дух в вас, и оживете. Скажите. Жизнь, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете. Южная Африка, Африка и все народы мира, что я Господь. За ним последнее слово во имя Иисуса. Я изрек пророчество, как повелено было мне. Я сказал не то, что говорят в новостях. Я сказал не то, что говорят противники. Я сказал не то, что говорят политики. Я сказал то, что сказал Бог. У вас великое будущее. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам великое будущее и надежду во имя Иисуса Христа. Кто-нибудь скажите, у меня есть будущее. И когда я пророчествовал, произошел шум. И вот, скажите, и вот. Другими словами, и вот означает вдруг или внезапно. Вы наверняка знаете, что это означает. Внезапно все изменится. Поверьте мне, это слово от Господа на сегодня. А вдруг? Внезапно все изменится, внезапно все, что закрыто, откроется, и никакой дьявол, никакой клеветник, никакой противник, никакая оппозиция, никакое проклятие не помешают тому, что сделает Бог в эти последние дни, время излияния Духа Святого. Бог наполнит жизнью все иссохшее, все мертвые сферы во имя Иисуса. И вот движение, и стали сближаться кости. Кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, то есть духу Божьему, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух. Я хочу сказать вам сегодня, к вам направляется жизнь, к вам направляется дух, к вашей церкви направляется пробуждение, к вам направляется благословение, к вам направляется благоволение, к вам направляется умножение во имя Иисуса, не воинством и не силою, но духом моим. Все будет лучше, все будет иначе, и нас ждет величайшее излияние Духа Святого прежде, чем вернется наш Господь Иисус Христос. Нас ждет величайшее движение Бога прежде, чем вернется наш Господь Иисус Христос. Нас ждет величайшее излияние благословений прежде,
чем вернется наш Господь Иисус Христос, но нам нужно занять правильную позицию и приготовиться к организованным Богом неожиданностям в нашей жизни. Запишите это. Вот я. Посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Деяния 2 глава с 1 по 4 стих говорит внезапно. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно... Скажите это внезапно. Нет, так не пойдет. Посмотрите на кого-нибудь и скажите «внезапно». Так что готовьтесь. Перестаньте быть нейтральными во имя Иисуса. У Иезекииля сказано, что сначала надежда была потеряна. Сегодня многие потеряли надежду. Люди говорят, я потерял бизнес, потерял работу, потерял машину, я потерял надежду, я ее потерял. Но Бог говорит, нет-нет, сухие кости оживут. Тебе нужно поменять свой взгляд и видение. Не смотрите на вещи глазами тела, посмотрите на них так, как смотрит Бог. Вам нужно быть выше ситуации. Вам нужно смотреть сквозь шторм и видеть руку Бога даже в долине смертной тени. Вам нужно верить, что Господь — ваш пастырь, и вы не будете нуждаться. Вам нужно верить, что вы справитесь, как бы трудно вам ни было. Не становитесь циником, даже если кажется, что вокруг сплошной ад. Продолжайте идти во имя Иисуса Христа. И верить, что вас ожидает такое же внезапное. Внезапно кто-то вас узнает и заметит, кто-то вас повысит, кто-то вам поможет, кто-то назначит встречу. Бог непременно использует кого-то, чтобы вам помочь. Это будет внезапно, организованная Богом внезапность. Как раз тогда, когда вас атакует враг. Когда враг атаковал Давида, и тот побежал прочь в поисках убежища, Бог сказал ему, «Когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам деревьев, тогда выступай вперед. Готовьтесь, потому что все изменится. Готовьтесь преодолеть трудности, к тому, что Бог изменит направление и цель вашей жизни, потому что именно такому Богу вы служите во имя Иисуса. Вспомните об учениках первой церкви. В одно мгновение все изменилось. Внезапно, в один момент, они превратились из робких, напуганных людей в творцов истории, потому что искали Господа. И Библия говорит, когда они искали Господа, Он пришел внезапно. Я уже говорил вам, что сейчас, во время пандемии, не время изучать христианство. Сейчас время приближаться к Нему, приближаться к Иисусу. Вам не нужен пророк. Вам нужен Иисус. Вам нужно приблизиться к Иисусу. Вам нужно получить помазание. Вам нужно войти в атмосферу Его Духа, как это сделал Иезекииль. В то время в стране была засуха, в экономике. Гиганты были вполне реальными. Люди потеряли надежду и говорили, «Бог нас покинул». Что сделал Бог? Во-первых, Он поднял пророка над ситуацией и показал ему свой взгляд на положение вещей. Бог поменял его видение и напомнил ему о видении для Израиля. Каким оно было? «У меня есть для вас земля изобилия, земля, где течет молоко и мед». Когда Бог вывел их из Египта, они вынесли с собой золото и серебро. Бог сделал так, что из скалы вода била фонтаном, а не сочилась. Эта вода несла жизнь всем тем, кто ее пил. Теперь Бог пришел к Иезекиилю и сказал, «Все может измениться к лучшему. И в Южной Африке, и в Гане, и Кении, Зимбабве, Израиле, Пакистане, Афганистане. Мы уже достигаем людей в Афганистане. Это великое чудо во имя Иисуса. Мусульмане обращаются ко Христу через нашу телепрограмму. Это ли не причина воздать Богу великую славу? В один момент все изменилось. Церковь родилась. Она была больше и выразительнее, чем могли себе вообразить первые ученики. Те 12 человек, которые в страхе сидели в укрытии. И вот пришел Бог. Когда приходит Бог, все меняется». Когда Бог приходит в ваш бизнес, когда Бог приходит в вашу ситуацию, когда Бог касается вашего тела, все меняется. Слишком долго Бога изображали как далекого и равнодушного. Однако в Библии есть много примеров встречи людей с Богом. Бог стал для них реальным.
Они начали видеть Бога. И тогда все изменилось. А вы знаете, что у CRC сотни тысяч членов по всему земному шару, в одной только Южной Африке это 150 тысяч человек. Но это служение началось всего лишь с нескольких людей, которые молились и взывали к Богу. Мы молились, взывали к Богу, и затем пришел Божий огонь. Это было внезапно. Никогда не забуду, как однажды молился и взывал к Богу со словами: «Я хочу увидеть, как ты действуешь, увидеть то, чего я никогда раньше не видел». И Дух Святой ответил: «Сегодня ты увидишь то, чего никогда не видел». Вечером у нас было собрание пробуждения. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Я вышел и еще даже не начал говорить, как люди вдруг стали падать со своих сидений. Я подумал: непорядок, в церкви такого быть не должно. В то время у нас была небольшая группа помощников. Я попросил их выносить каждого человека, который упал со своего сидения из зала, а в итоге в зале никого не осталось. Я подумал: случайность? Но это повторилось и на другой вечер, и на третий. Я выходил, чтобы проповедовать, и едва я успевал открыть рот, как люди начинали падать. Конечно же, помощники выносили их из зала. Вы знаете, церковь должна быть местом порядка. Вот только я не понимал Божьего порядка. Я понимал богословский порядок, религиозный порядок, когда все контролируют люди. Потом Бог призвал меня в Блумфонтейн на 7 вечеров, и там сходил Дух Святой. Наши собрания шли 7 вечеров. В один из них был исторический момент. К нам приехали пожарные, поскольку им сообщили, что здание горит. Это были прохожие, неверующие. Увидев пламя на здании, они вызвали пожарных. Да, пожарные приехали, но они не смогли потушить огонь, потому что это был необычный огонь. Это был огонь Духа Святого. Так внезапно родилась церковь CRC. И с тех пор атмосфера и огонь Бога привлекают миллионы людей. Мы увидели миллионы спасенных благодаря одному внезапно, благодаря одному организованному Богом моменту, когда люди просто взывали жаждой и говорили: «Боже, мы в отчаянии, мы жаждем увидеть Тебя». Церковь, нам нужно взывать к Богу, как никогда. Нам нужно быть голодными по Богу, независимо от наших испытаний, сложностей и ситуаций. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужно взывать к Богу, и Бог появится внезапно. Он обратит ваши слезы в радость. Он снимет с вас лохмотья и оденет в славные одежды. Он обратит ваших детей, живущих в бунте, к спасению, к рождению свыше. Пока вы поклоняетесь здесь Богу и смотрите на Него, Он будет действовать и касаться людей вне церкви сегодня. Он коснется вашего мужа, пока вы поклоняетесь Богу в церкви. Ваших упорствующих детей осенит сила Божия. Это произойдет в вашей жизни внезапно во имя Иисуса. Сын одного моего хорошего друга отвернулся от Бога, и у него были серьезные проблемы. Мой друг-пастор, он оставлял своего сына на Божьи пути. Однако тот взбунтовался и сбежал с наркодилерами и автоугонщиками на 12 лет. Представляете, его мать молилась, молилась непрестанно. Она молилась и говорила: «Я двигаюсь не тем, что вижу, а Твоими обетованиями, Боже. Мои дети-бунтари будут служить Тебе. Я двигаюсь не тем, что слышу о моем сыне». Все знали, что этот парень — сын пастора. Однажды наступило внезапно, плохое внезапно, но это привело парня в чувство. Он перешел дорогу другим наркодилерам и угонщикам и знал, что его хотят убить. Его мама молилась за него, и Бог проговорил к нему внезапно. Услышав Бога, юноша побежал домой. В 30 с чем-то лет он побежал к своей маме. Аллилуйя. Это был момент внезапности. Бог чудесным образом спас его. Сегодня этот юноша горит для Бога в служении, чтобы перевернуть мир для Иисуса Христа, как было с Павлом по дороге в Дамаск. Как бы вы ни отдалились от Бога, Он не собирается списывать вас со счетов. Неважно, насколько плохо все вокруг,
Бога есть для вас продуманное внезапно, продуманное освобождение для вашего ребенка, ваших внуков, вашего поколения. У Бога есть продуманное внезапно. Но вам нужно принять решение. Сухие кости могут ожить. Этот человек может прийти в себя. Мой муж может обрести свободу от алкоголизма. Мой ребенок может обрести свободу от наркозависимости. Вы должны принять решение и стучать в небесные врата. Когда вы меньше всего этого ожидаете, когда ваш сын все еще будет веселиться на вечеринке, наступит это внезапно. Внезапно он придет в чувство, и Дух Святой осенит его, и он вернется домой. Верьте, что ваш ребенок будет спасен, что ваш родственник будет спасен. Воздайте Богу славу за ответ до того, как он придет, потому что это произойдет внезапно. Придет Освободитель. Сила Бога непременно что-то совершит. Неважно, где сейчас находятся все те, кто когда-то отвернулся от Иисуса. Блудный сын внезапно пришел в чувство. Внезапно его глаза открылись, и он подумал, «А что я делаю в этом свинарнике? Что я делаю с этими грешниками? Мне лучше вернуться в дом моего отца. Мы увидим блудных детей, отступников, ненавистников, противников. Все они побегут в дом Божий. Мы увидим великих грешников, наркодилеров, проституток и людей, с ними связанных. Они побегут в дом Божий, потому что есть это внезапно. Бог придет внезапно. Внезапно придет пробуждение, когда Бог изольет от своего духа на землю, и мир увидит его. Я чувствую, что Дух Святой здесь. Воздайте ему славу, прославьте его за свою семью. Я чувствую, что сегодня Бог меняет людей на этом месте. Прославьте его за своего сына, за свою сестру, за родственника, которому трудно прийти ко спасению. А это будет внезапно. В 22-м году мы увидим, как многие вернутся домой. Многие потерянные, многие блудные дети, многие насмешники. В словаре Вебстера есть определение слова «внезапно». Это то, что происходит неожиданно. То, что полностью и сразу меняет положение вещей. Бог что-то изменит в вашей жизни, угол обзора или подход. Но вам нужно быть открытыми. Не держитесь за старое. Все будет как всегда. Нет, не в это время. Ожидайте организованного внезапно, потому что оно непременно случится. Бог проговорил к Давиду, когда на того напали филистимляне. Во второй раз Давид спросил его сам. К тем, кто ищет Господа, он придет внезапно в свой храм. Церкви вновь откроются, и это прекрасно. Так что можете воздать Господу славу. Скажите своим друзьям, что церковь открылась. Это что-то, связанное с резкими переменами. Кто-то из вас представляет Духа Святого как кроткого голубя, но он не только кроткий голубь, но и порыв сильного ветра. Впрочем, он не голубь, он лишь подобен ему. Он может прийти в образе голубя, но он не голубь. Он уже проповедует Евангелие благодаря одному внезапно. У многих сидящих здесь тоже был такой внезапный момент с Богом. Вы были пьяницей, грешником, а затем Иисус коснулся вас. Кто-то из вас остается нейтральным. Вы все еще сами сидите на троне своего сердца. Если вы сегодня умрете, вы даже и не знаете, попадете ли вы на небеса. Вы живете своей жизнью. Но так не пойдет. 2000 лет назад произошел божественный обмен. Это было внезапно. Но весь этот план был составлен Богом ради спасения человечества. Это произошло так, как никто не ожидал. Поэтому люди не принимали Иисуса. Он пришел к своим, но свои его не приняли. А тем, кто принял его, он дал власть быть детьми Божьими. Он пришел как человек, как младенец, рожденный в хлеву, а люди ждали царя.
фанфары, политика. А Бог посылает ребенка. Да? Бог посылает маленького ребенка. Он просто лежит и кричит. Бэ. Хотя нет, так говорит овечка. Он посылает Спасителя в этот мир в облике младенца, а затем внезапно с небес звучит хор голосов. На земле мир, в человеках благоволение. Это новое явление Бога. Это резкие перемены восприятия Бога. Он не Бог осуждения. Он Бог благодати, милости и любви. Я знаю, что наш телеэфир уже заканчивается, и я хочу сказать, что Иисус любит вас. Сегодня утром у вас может случиться ваше вдруг. Но для этого вам нужно одеться и прийти в церковь, где проповедуется Слово Божие. Но уже сегодня там, где вы есть, вы можете положить руку на сердце и сказать: «Иисус, я доверяю свою жизнь Тебе, и я приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Аминь». Бог совершит это внезапно. Потерянное будет найдено.